Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня поговорим про лук, потому что многие люди, которые только что приобрели свои садовые участки или год-два, все садят лук, но не у всех он получается. Крупная здоровая головка. Потому что лук вырастить хороший не так просто, казалось бы, воткнул и он растет. Надо знать некоторые нюансы, некоторые секреты. Сейчас я расскажу, как его рекомендуют наши ученые выращивать, какие подкормки, какие сроки. Потом скажу, как это делаю я. Вот смотрите, лук сеять надо, везде написано, в оптимально ранние сроки. В южных регионах это третья декада апреля, а в остальных первая декада мая. Значит, сейчас люди уже лук посадили. Я расскажу о дальнейшем уходе. Лук садим вот из такого сивка. Так как посадка уже прошла, я про посадку не буду говорить. Скажу только, что лук нельзя садить в холодную землю. Ниже 12 градусов он может пойти в стрелку. И нельзя опаздывать с посадкой. Иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет очень медленно развиваться. Ему в первые его месяцы, дни жизни, нужна обязательно влага, иначе головка будет маленькая. Так, посеяли мы все. Через 5-6 дней у вас появятся всходы, и дальше нужно только поливать правильно, пропалывать и рыхлить, подкармливать. Полив очень важен. Первые 2-2,5 месяца лук очень требователен. Вот один мужчина написал, что ему сказали, что лук вообще поливать не надо, и у них лука из-за этого нет. Лук обязательно поливать май, июнь и половину июля. В мае, вот когда сейчас, у нас сегодня передали, 34 градуса будет. В сухую жаркую погоду, если вы не польете, он может вообще погибнуть. Нужно поливать каждую неделю, расходуя 10 литров, это лейка полное ведро на 1 метр. Если у меня вот эта грядка 10-метровая, значит на эту грядку раз в неделю я должна вылить 10 леек воды, чтобы ему хватило на неделю. В июне поливы сокращаются уже не раз в неделю, а раз в 10 дней такую лейку на метр квадратный вы выливаете. И в июне, а в июле уже выливаете по 5 литров на 1 метр каждые 10 дней. Это значит в 2 раза. Когда лук начинает уже засыхать перо и полегать, поливы нужно прекратить. За 3 недели до уборки вы не должны полить его ни разу. Лук должен дозариваться в сухой горячей земле. Все. Потом желательно поливать его теплой водой, говорят, что холодной нельзя, но так как у меня много посадок лука, видите, вот сколько грядок, раз, два, три. Я, конечно, поливаю вот из этой поливалки, мне не хватает времени нагревать воду и нагретой поливать. Потом дальше, обязательно надо пропалывать. Вот видите, я уже одну прополку сделала, и сейчас уже нужно полоть еще раз, вот травинки все-таки у меня вырастают. В засоренной грядке плохое проветривание и чаще поражаются грибковыми заболеваниями. Все. Теперь про подкормку. За сезон 3 подкормки. Первая весной азотосодержащая. 10-12 сантиметров он вырос. Видите, что перо желтенькое, если и слабо растет, надо делать подкормку азотосодержащим чем-то. Обычно это мочевина. Если есть птичий помет, очень хорошо стакан на ведро воды и столовую ложку мочевины. Если коровяк, кашеобразный коровяк, стакан на ведро воды и столовую ложку мочевины. Это азот, он позволит нарастить зеленую массу луку очень быстро. Я не делаю, видите, у меня зеленое перо, свежее, хорошее, желтых кончиков нет, потому что у меня под зимой посев. Я сеяла осенью, садила. Сажу осенью для того, чтобы весной освободить себе время для выращивания рассады томатов, перцев. Осенний посадка лук, он хорошо хранится, он быстрее вызревает раньше. Об этом поговорим осенью, как садить его. Так, вторую подкормку через 2 недели после первой делаете. Это комплексное уже должно быть удобрение. 2 столовые ложки на ведро и поливаете. И третья подкормка, когда луковица будет размером с грецкий орех.
для того, чтобы хорошо формировалась луковица, 2 столовые ложки суперфосфата, также на ведро воды, но из расчета лейка на 2 квадратных метра. Все, вам главное запомнить принцип: весной мы всегда подкармливаем азотом, летом потом вторая, это комплексная, для общего развития, и суперфосфат, когда уже есть у нас плоды завязаны. Все, это нужно выполнять, и тогда у вас будет прекрасный урожай лука. Обрабатывать нужно, ну я когда обрабатываю, когда нет. Когда 15 сантиметров вырастет длина пера, нужно обработать от грибковых заболеваний, там разная мучнистая роса бывает, на 10 литров воды чайную ложку медного купороса или хлороокись меди. И добавляем жидкого мыла и опрыскиваем. Это будет обработка от всяких гниений, грибковых, от сырости. Все, лук вырастить очень просто, просто надо знать вот это, что ему нужно. Ему нужна первые месяцы влага, последний период перед уборкой урожая, ему нужно сухо, жара и засуха, все. Подкормить азотом весной, летом комплексным, и когда созревают плоды, фосфором. Все. Если вам нужны подробности о выращивании других овощей, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Всех принимаю в друзья. Кто в друзья, тем рассылаю видео в тот же день, когда снимаю. И все, что я делаю, вы можете повторять за мной. Вот сейчас я высаживаю томаты и перцы в теплицу, рассказываю, что добавляю, на каком расстоянии высаживаю. Тот, кто только это начинает, мои советы, я надеюсь, вам хорошо помогут, потому что я для того, чтобы узнать все это и достичь совершенства, мне понадобилось 30 лет. Я хочу, чтобы ваш срок обучения сократился за счет моих советов. Все, всем хороших урожаев, здоровья, до свидания.